На физре я не напрягался, потому что как бы мне это по фану, знаешь, саморазвитие, а это просто как обязаловка. И я там наоборот. Это как бы. А опять же, то, что я пил, а потом я занимаюсь. Но, это у меня саморазвитие. Ориентир начинает. Когда занимаешься. Ты меня спас! Да? Нет. Спасение топающих дел рук сами. Значит, про физру просто. Это не то, что я такой толстый. Я выходил туда толстым. На все соревнования там побежал. Я как раз пил все время перед соревнованием. То есть там недели. Чтобы это не втрагавшилось как обязаловка в мои процессы саморазвития. Тоже особо не напрягаюсь. Но нет, напрягаюсь, чтобы Сергей Николаевич не сказал, что знаешь что. Че я вообще, знаешь? Я там, знаешь, выходил, который как... Это был я, помнишь? Там вообще... И там я тоже, ну... Окей, я там не...